Геральт? Как там поэма? Может, перенесем все это на завтра, а? Слишком поздно. Придется тебе импровизировать. Мистер Люди, вы ведь будете играть у меня на свадьбе? Мы с Геральтом сочинили небольшую поэму на два голоса. Не желаете послушать? Что? Продолжай. Стиснуты зубы, опущены веки, сердце не бьется, оледенело. Здесь он еще, и не здесь уж навеки. Кто он? Он мертвое тело. Живы надежды, и труп оживился. Память зажглась путеводной звездою. Видишь, он в юность свою возвратился. Ищет лицо дорогое. Затрепетали и губы, и веки, и появился в глазах жизни признак. Снова он здесь, хоть не здесь он навеки. Что он такое? Он призрак. Хватит, хватит. Селина убила меня. Моя душа не обретет покоя, пока моя смерть не будет отмщена. Алина, это я, Селина. Видишь, теперь ты отомщена. Селина, не вини себя. Я знаю, ты не хотела меня убивать. Ах, Алина, мне так жаль. Правосудие свершилось. Я обречена бродить ночами по полям до скончания времени. Не так плохо, если удалось снять проклятие с Алины, есть шанс. Ты поможешь мне, ведьмак? Я попробую.